Всем привет, друзья, с вами Алариль, и мы продолжаем с вами наши приключения в World of Warcraft за нашего жреца. Итак, на сегодня отправляемся мы с вами в какое-то случайное подземелье в Лич Кинге. Не знаю, куда нас закинет, жмыкнул и зарегал нас на случайку, сейчас узнаем, главное, что танк только не сорвался. Если не сорвется, то все будет круто и куда-то нас сейчас отправит. Нус. Ага, танк есть теперь ДД. Ох и ДДшник, ё-моё. Ну, жестяк. Окей. Ну, а тут что? О, боже мой. Боже, это долгий инст. Рада встрече. Что угодно? Здравствуйте. Да, но это жесть. Прощай. Да ну, пребудет ничего. С тобой свет. Интересно, это трансмагрифицированный или нет? Понятно. Ну ничего. Что ж, я стану так. И буду вкидывать ауехами. Блин, ну это то, о чем я и говорил, что будет случайно очень часто закидывать в эту аметистовую цитадель. Аметистовая цитадель. Да. Печалька. Но что поделаешь. Закидывает и так закидывает. Где там следующий? А, вон он наверху. Ух, тут ё-моё. Шаман, походу, милишник, да? Или кто? Ну да, по всей видимости, миля там, вот что происходит в миле. Раз. Два. Не могу на кирпич забраться. Что там, походу, танк не держит, да? Чему-то переагривает. Переагривает кто? Орк, шаман, милишник. А ну. Ага, ну неудивительно. Полностью заряжен. Мое почтение, как говорится. Ладно, тогда будем уехать хилять, потому что каждый раз отделяться на всех мне впадло. Медведик побежал. Ну, а мы захиливаем всю эту бравую компанию рейнджеров. О, босс пошел. Нид. Кто у нас? Глазик-алмазик. Замечательно. Что, кстати, с глазика-то падает? Не то. Мрак падает. О, ух ты, какое колечко, а. На 15 духа. Я бы вот заменил бы какое-то. Да неплохо, неплохо. Парни его зерганули со скоростью света прям-таки. Кого-то левел ап и латы. Латы не нужны, спасибо.
Так, 6 из 18, и у меня сколько до уровня? 4 квадрата, 4,5 даже. Ну, тяжело сказать, получится ли апнуть или нет. Но учитывая то, что данж случайный, и мне потом еще подсыпят экспириенса по окончанию, может быть, все-таки исправлюсь. Так, портал 7, побежал койот. Начинаем хилять. Раз, два. Хилочка родная есть. Побежал дальше. Хиляем. Надеюсь, чтоб этот огненный только не был наш такой понудный пассажир. Угу. Слушайте, могу и не дотащить, да, по экспириенсу. Хилка. Ох ты ж, ё-моё, браток, чё-то там пошёл вовсе тяжкий. Замечательно. Портал 11 к бою. Опа. Бойца в овцу кинули. И кто? Ух ты, элементала. Что с элементала? Ничего, беда. Снова в деле. Так, подумаем о путях отхода. Похоже, за свободу придется интересно заплатить. Поблизости кровью столько энергии тайной магии. Надо это разведать. Опа. Какая штуковина летит. Как хорошо она накидывает. Это невозместимая. Оп, и все живы. Потеря. Кольчушка. Кольчушка на кого? Через ловкость, хант и шамка. Норм, чё. В принципе, неплохо. Так, ну а мне тем временем осталось 3,5 квадрата. Да. Однако. По 13-й портал пошёл. Ага, вот он. Начинаем захиливать. Ух, я получил плюшечку на 4 косарика сразу. В лицо. Пошел 14-й. Ох ты какой.
и раньюшечку ему в баню. Так, осталось буквально чуть-чуть. Опа, ой-ой-ой-ой. Хиляем. Жезл. Ни хрена себе. Не откажусь. В крайнем случае он не умрет. Было опасненько. Хиляю. Так, ну и сейчас босс. А у нас еще и мана на исходе. Главное вовремя. Вы доблестно обороняетесь, но этот город должен быть стерт с лица земли. Я лично исполню волю Малигаса. Да-да-да, давай. 4, 3, 2, 1. Сейчас пошло мы щади. Покончим с этим. Герой вот Кирин Тора. Ну и захиливаем. Хорошо пошло. Так что там, возможно, ребята живы. Yes, левел обдали. Недооценили вас. Это радует, друзья мои. Что ж, можем смело покидать данное подземелье. И всем спасибо за просмотр, друзья мои. Обязательно поддержите видео лайками, подписывайтесь на канал. И встретимся с вами очень-очень скоро. Всем пока.